Всем привет! Дятюра дает прогноз на матч 13-го тура Ла Лиги Эльче-Гранада. Встречаются 9-я и 7-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют. Нет, и 8 раз на тотал меньше. Гранада выиграла 4 матча, одна победа у Эльче при 5 ничьих. Последние 2 очные матча выиграли хозяева со счетом 2-1. До этого все матчи были низовыми, и Эльче в них не побеждал. Как видим, в очных матчах команды играют часто низовые и нулевые матчи, перевес на стороне Гранады. Статистика команд. Эльче в последних 10 матчах имеет 3 победы, 5 ничьих, 2 поражения. Гранада в последних 10 матчах имеет 2 победы, 4 ничьих, 4 поражения. Эльче последние 4 матча отыграл низовыми ничьими. Гранада в последних 10 матчах побеждала только Амонию. Как видим, обе команды больше тяготеют к низовым матчам. В предыдущем туре Эльче сумел отмахаться против Вильяреала на 0-0. Хозяева имели подавляющее преимущество, создали 3-4 хороших момента для взятия ворот, но выше всяких похвал отыграл Бадия. Гранада сыграла 3-3 с Уэской. Хозяева сделали героический камбэк со счета 1-3, который был к 88-й минуте матча. Более того, в самой последней атаке Гранада могла забить и 4-й гол, но за гостей сыграла стойка ворот. В четверг Гранада сыграла нули на тумбе и вышла в плей-офф Лиги Европы со 2-го места. Теперь команда может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, где дела обстоят не очень. Гранада не выигрывала в последних 5 матчах, при этом очень много пропустила, 12 мячей. В этом сезоне Гранада на выезде, а Эльче дома очень мало забивают. Гранада в Ла Лиге отыграла последние 3 матча на тотал больше 3,5. Это очень длинная и большая серия для нее. У Эльче идет серия из 4 матчей на тотал меньше. Если выбирать из 2 серий, то низовая серия Эльче имеет больше шансов продолжиться. Гости идут фаворитами на этот матч. Эльче очень мало забивает. Гранада столько напропускала, что стоит ждать нормальной игры, тем более, что против ПАОКа команда не пропустила. Не должна бы пропустить и против Эльче. В норме гости должны выиграть где-то на 1-0. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет, победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2.32. На обе забьют нет 1.72, на тотал меньше 1.56. Если выбирать один вариант, то здесь можно бы взять победу гостей с форой 0. Вряд ли Гранада проиграет 3-й выездной матч подряд команде, с которой играет очень удачно в очных встречах. Эльче не проигрывает в последних 4 домашних матчах. Тут тоже бы уже можно проиграть. Все же, учитывая плотный игровой график Гранады, разумно будет подстраховаться нулевой форой, которая опускает коэффициент до 1.65. Но это приемлемая плата за такую страховку. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.